Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Край Уфир. В последней серии мы выбрались-таки из этих апартаментов и попали во вторую главу. Перед этим нам пришлось, конечно, подраться со страшным бабайкой с бензопилой, но в итоге оказалось, что он настоящий ватник, я извиняюсь. И ничего он нам противопоставить не смог, мы его под конец уже чуть ли не шелбанами пинали. Настолько он был беспомощен. Ну, как бы там ни было, мы встретили какого-то непонятного доктора в газовой маске, который назвался как доктор Никто. Он запер за собой дверь, и нам нужно искать другой путь. Тихо. Это кто такие? Напоминают мне соседа сверху. Ладно, извините. Я надеюсь, сосед мой не смотрит эти видео. Собак! Что-то, блин, у меня уже вторая серия на расслабоне идет. Но пока что не так уж страшно, просто вот по сравнению с тем, что было в третьей серии, это все детский сад. Но тем не менее. Давайте смотреть, что мы тут имеем вообще. Зачем мы сюда заходили? За ширивом только что ли? До этого бомжика попинать. Патроны, конечно, на них тратить не хотелось бы. Я думаю, их можно будет... давай, иди сюда. Ну-ка, попробуем. Поднимись ко мне. Или ты не можешь по лестнице подняться, как твои более прямо стоящие соратники. Да, бак! Вот, можешь? Можешь ведь, когда захочешь. Отлично. Да, пока что будем ножом справляться. Сэкономим патроны для чего-то действительно плохого. Так, вроде тут никого. Это у нас прачечная, похоже. Хорошо, что мы имеем в прачечной? Все закрыто, к сожалению. Тихо, я подобрал магазин. Отлично. Патроны — это всегда хорошо. А в остальном же здесь, ах, похоже, больше ничего и нет. Да ладно. Вообще, по идее, мне нужно для удобства поставить все по уму, то есть так, вот так. И вот так. И тогда у нас все будет получаться. То есть, ну так, более логично, да, располагать эти вещи. Так, хорошо. Что-то не нравятся мне эти звуки. Там никого. Какое-то бесполезное помещение, ничего тут нет. Нафиг валим отсюда. Так, ладно, вот еще одна дверь. Тут у нас что, куча бухла. Не, вот так мне больше все-таки нравится. О, улица. Дождик. Полис. Стокгольм, насколько мне написали в комментах. Я в Стокгольме ни разу не был. И как-то особо не гуглил даже, где именно действие происходит. Но офигеть же, да, ну, блин. Движок первого Half-Life не поддерживает шейдеры. Как они умудрились это сделать? Это настолько глубокая модификация, что меня просто... Добжи. Просто нет слов. Так, слушай, они меня сейчас так не убьют ли? Нет, вроде не должны. Фу, хорошо. Фух.
твою мать. Казалось бы, Стокгольм, да. Ой, блин, дай пересесть удобнее. А бомжей не меньше, чем у нас. Чтобы позвонить по номеру своей мобилы, нажмите Z. Подожди. Так. Правило для современного мужчины. Как потерять вес быстро? Депрессия мы можем. Так, короче говоря, звучит знакомо. Не откладывай, звони 5-4-3-2-1-4 сегодня. 5-4-3-2-1-4. Так, подожди. 5-4-3-2-1-4. Алло? Алло? Кто это? Следуй путем несправедливости. Не свет, тьма, твой хозяин. Что? Номер. Запомни номер. И можешь продолжать идти вперед. Какого хрена ты тут рассказываешь? Мне нужна помощь. 5-2-4-7. Господи, помоги мне! Понятно. Следуй путем несправедливости. Нет, номер я не записался, нет? 5-2-4-7. Хорошо. Блин, как же мне научиться использовать сразу две вещи одновременно? Ну, не знаю. Дверь закрыта. А, здесь кейпад. То есть, что там было-то у нас? 5-2-4-7. Хорошо. 5-2-4-7. Ну, ладно, это было бы сложно совершенно. Ой, очередной СПЦ, что ли? Подожди, я тут был, нет? Нет, я в похожем месте был. Судя по всему. У-у-у. Все хуже и хуже. Так, мне бы сохраниться. Твою мать. Ой, блин, если сейчас что-нибудь выскочит, я натурально двину кони. Блин, да что-то тупики одни. Тут я был, тут я был. Тут вообще что ли наверху ничего нет? Может, я там, конечно, прощелкал какие-нибудь патроны. Твою мать. Вашу мать. Так, тупик, тупик, давай быстрее, братья, давай. Я надеюсь, тут мне ничего не встретится. Давай, тупик. О-о-о. Ой, так. Ну нафиг, я не хочу даже проверять, есть тут кто или нет. Валим. Валим, кидрини, фени. Хорошо.
Данная игра очень характерная такая. Я в ней постоянно смотрю на часы, то есть сколько времени прошло в данной конкретной серии. Мне кажется, что уже полчаса прошло, на самом деле 10 минут. Настолько я всей этой хрени боюсь. Тут вот мне по-любому нужен фонарик. Ну, блин, как мне его поставить, а? Вот. Так. Я не совсем понял, как, но... Ну, вроде... Да что ж такое? Иди сюда, сука. Да вы, блин, не столько сложные, сколько... Хватит выпрыгивать, а! Да твою мать! Ты, братин, что-то совсем попутал, похоже. Фу, так. По идее, конечно, лучше бы сейчас было бы загрузиться. Ну да хрен с ним, ладно. Так, давайте-ка попробуем вот так. Подожди. Да твою мать, хрен поймешь. Ладно. Потом разберусь. Не совсем понимаю алгоритм. Может, мне правой кнопкой надо выбирать? Так. Вот, хорошо. Ну, должен же еще один хрен. Ой, блядь. Это было настолько предсказуемо, что я даже не испугался в этот раз. Давайте еще. Ага. Рабак. Так, хорошо. Давайте сбегаем, сохранимся. Я, конечно, не самым лучшим образом прошел, отнюдь. Но как бы там ни было, почему бы нет. Наши победили, как тем не менее. Я надеюсь, у вас по новой не отреспаунилось уже. По идее, вообще мог мимо них прибежать, добраться сюда, сэкономить патроны. Так, братюнь, как мне спуститься? Раньше же было просто escape нажимаешь, ой, escape, или E нажимаешь. Тихо, тихо, ребята. Твою мать, уйди, 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 уйди. Ой, бляха-муха, да что ж такое? Шерева больше нет, патронов нет. Ой, я пересрался. Вот я, ужас какой. Так, ладно. Подожди, а что-то эта машина делает? Я думал, это все мне просто видится, потому что у меня крыша поехала. Это на самом деле происходит, что ли, в этом городе? Капец. Патронов нет у вас? Чё? Операционный стол? Да вы гоните. Это что такое? О, она вибрирует, смотрите. А,
Я так понимаю, что когда инвентарь я ставлю, у меня нифига времени не останавливается. Да вашу мать, ну хрен поймешь. То ли у меня как-то криво она работает, то ли что, я не пойму, но оно у меня не ставится. В один момент поставится, в другой рандомно нет. Так, и сейчас бабайки должны эти выскакивать, да? Так, тут похоже ничего. Ой, блин, что ж ты? Иди на свет, братюнь, иди на свет. Давай, я в темноте не хочу с тобой драться. А фонарик не могу поставить во вторую руку. Ты что, меня языком бьешь, что ли, там, я не пойму? Ой, блин, это плохо кончится. У меня здоровье как раз еще на одного осталось из них. Ой, блин, дайте мне хотя бы патронов, ребятушки. Что-то плохо, плохо, плохо все идет. Вашу мать! Скоты, эхмух. Так, какой позже? Это вот 11 часов. Фу, так, короче говоря, давайте-ка мы на этом прекратим эту серию. В следующий пойдем уже более аккуратно дальше. Ну, как бы там ни было, это будет все следующий. У меня моральное истощение опять. Мне нужно отдохнуть нафиг от этой игры. Ну да ладно, короче говоря, увидимся в следующих сериях. С вами был Артур, всего хорошего. Пока-пока-пока.